За 6 месяцев 2018 года в Чувашии около 10 миллионов операций произведены с помощью карты МИР. Это в 81 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит отделение Национального банка по Чувашии Волговятского главного управления Центрального банка России. Сейчас в Чувашии выпущено около 280 тысяч карт. Жители республики оплатили товары и услуги почти 7 миллионов раз. Средний чек составил 565 рублей. Остальные транзакции приходились на снятие наличных денег. С 1 июля 2018 года все выплаты работникам бюджетной сферы и студентам, получающим государственные стипендии, осуществляются на карты системы МИР. Пенсионеры до 1 июля 2020 года смогут обменять имеющиеся карты других систем на карты МИР по истечении срока их действия.